25 апреля 1919 года в Веймаре, тогдашней столице Германии, открылась школа искусств и ремесел Bauhaus. Это событие, на мой взгляд, можно считать отправной точкой современного дизайна вообще. То есть ничего более значимого я даже и представить себе не могу. Это действительно момент, когда искусство и ремесло сошлись в одной точке, перестали быть в какой-то степени сами собой, и на этом отрицании самих себя стали чем-то новым, то есть дизайном. Заявленное Баухаусом единство формы и функции оказалось не просто жизнеспособным, а оказалось прямо стержневой идеей всего дизайна вообще. И не случайно оно сейчас актуально так же, как и было актуально почти 100 лет назад. Фигура, которая связана с этим, Вальтер Гропиус, первый директор Баухауса. Очень важно, когда художественной школой, художественным направлением руководит человек практический, который имеет опыт в том ремесле, том искусстве, которое он, собственно говоря, преподает. И в этом смысле очень символично, что именно Гропиус стал автором кампуса Баухаусского, правда, уже не в Веймере, а в Дессау, но все равно, когда твой дом строит твой директор, это очень-очень здорово для школы. И то, что Гропиус в свое время начинал в компании мисс Ван дер Рой и Ле Корбюзье, из которых как раз мисс Ван дер Рой в свое время заменил его на посту директора, это тоже и не случайно, и очень как-то символично. То есть первая сборная по архитектуре модернизма в свое время начинала вся вместе. Переходя от персоналей к объекту, я должен сказать, что тот объект, который я выбрал, в какой-то степени можно считать некой суммой достижений Баухауса. И то, что он не самый главный, но может быть самый чистый, самый чистопородный, это очень важно именно для серийности, для производственного типа мышления людей Баухауса. Я хочу сказать о комплекте шахмат, которые так называются Баухаус, шахматы Баухаус или шахматы Хартвига, но в данном случае имя автора не так важно, потому что автор был как раз именно ремесленником, а то, что в результате получилось, этот объект стал не просто чистейшим дизайнерским объектом во все времена, но шахматы Баухауса смотрятся так же прекрасно сейчас, как они смотрелись почти 100 лет назад, в 23-м году, когда их собственно, сделали. Но и важно, что этот комплект, он удивительным образом предвосхитил многие вещи, многие направления, тенденции в дизайне, который абсолютно современный, и я бы сказал, он даже смотрится и сейчас футуристично. Что было сделано? Всего-навсего шахматные фигуры представляют из себя визуализацию хода каждая из фигур. То есть кубическая пешка показывает, что она идет только вперед. Слон, сделанный в виде диагонального креста, демонстрирует свои движения по диагонали, а, скажем, ферзь, у которого куб, а на нем стоит шар, показывает как бы абсолютную силу в данном мире, то есть ферзь является концентрацией силы и мощи. С одной стороны, это решение настолько минималистичное, настолько превосходное, что трудно поверить, что оно было сделано сразу. Казалось бы, к такому чистому решению надо идти долгие годы, а нет, это вот было прямо на заре, собственно, самого Баухауса. С другой стороны, это решение в чем-то сродни все-таки утопии, потому что
этот комплект, он фактически не комплект шахматных фигур. Этот комплект почти детских кубиков. И он провоцирует к игре в другое, как бы не в шахматы, а что-то, в какую-то игру, может быть, не знаю, «Звездных войн», космическую какую-то. Фигуры напоминают, с одной стороны, детские кубики, с другой стороны, какие-то гаджеты, которые, может быть, имеют дополнительные функции, возможности. А еще очень важная вещь, которую можно сказать про вот эти именно шахматы Баухауса, что они на самом деле прообраз юзер-интерфейса. И если на них посмотреть не в трехмерной проекции, а в двухмерной, то фактически их можно воспринять как очень современный, ультрасовременный, минималистичный интерфейс какой-то программы. Даже уже не шахматной игры. А вот крест говорит о том, что можно двигать некие объекты в этом направлении. А шар показывает, что, может быть, можно их вращать в трехмерном пространстве. А пешки – это, может быть, какие-то движки некого эквалайзера или еще чего-то. Фантастическая вещь. Фантастической чистоты, простоты и силы. Я думаю, что это достойнейшее начало дизайна вообще. Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом. Фаворский. Вхут и масс. Если взять слова нашего языка, то для всех ясно, что они не безразличны к содержанию своему. Являются большую частью живыми словесными изображениями тех вещей, которые они обозначают. Не является ли буква тоже сколько-то подлинным изображением тех голосовых жестов, которые мы при помощи горла, неба, зубов, языка произносим нужный нам звук? Шрифт может быть различной конструкцией, и кроме того, буква, составляя собой черный силуэт, получает как бы цветовое тело, а та или иная моделировка черного, изменяя конструкцию, в то же время ставит букву в определенное отношение к белому. Причем, так как буква моделирует черное, то тем самым моделирует и белое, и черное, как бы врастает в белое. Буква тонет в белом и возникает из белого. Буква как бы похожа на муху в молоке, иначе буква сухо лежала бы на листе в цветовом отношении и как бы могла быть сброшена с листа бумаги. Объемная буква А очень предметна. Не то с романтической буквой Б. Она пространственная, она часто очень сжата. Ее вертикализм в строении ее дуг делает ее как бы элементом пространственного ряда, а не самостоятельным предметом. Когда у вас в композиции буква классического типа, которая живет на листе как существо, жестикулирует, движется, то, рисуя иллюстрацию, даешь и фигурам жить на этой же поверхности листа, на этом пространстве вместе с буквой. Непосредственного фона у фигур нет. Вся иллюстрация состоит из предметов. Одинаковые свойства объединяют и буквы, и фигуры. Фигуры моделируются светом и тенью, так же, как и шрифт. Собственно, классический объемный шрифт дает в общем светотеневое впечатление в отношении черного и белого.
Второй после гельветики – нейтральный шрифт, стандартный, классический. Этот шрифт знаком всем, и мы не можем представить жизнь без него. Им пользуются все от бухгалтеров до дизайнеров, и, пожалуй, это один из самых влиятельных шрифтов мировой истории. Как и любой популярный объект графического дизайна, этот шрифт не так прост, как может показаться. И дело не только в его внешнем виде. Он странный, дикий, необычный, неправильный, хотя многие этого не замечают. Интересная и его история. Легенда гласит, что шрифт разработан Стэнли Моррисоном и Виктором Ландертом в 1932 году для редизайна газеты «Таймс». Однако недавно выяснилось, что шрифт был нарисован вообще другим человеком и в Америке, а не в Великобритании. И авторство «Таймс Нью Роман» принадлежит американскому миллиардеру, конструктору гоночных автомобилей, яхт и самолетов, который накидал эскиз шрифта для собственной компании, но так и не успел его произвести. Интересный момент, что за счет настолько широкого распространения «Таймс» для многих стал казаться нейтральным шрифтом. Но на деле он обладает резким характером и алогичным рисунком. Кириллические варианты шрифта «Таймс» используются в продуктах Adobe, Apple, встроенных в систему Microsoft. И мало кто знает, но шрифт «Ньютон» — это также версия «Таймса», модифицированная в 90-х. Наша героиня Мэри Куант. Наверное, мало кто из ныне живущих людей сделал для мира моды и дизайна так много, и при этом чье имя сейчас так мало известно. Мэри станет одной из самых влиятельных персон в мире моды наравне с Шанель и Диором. В 21 год Мэри со своим будущим мужем Александром Бланкетом открывают ультрамодный бутик «Базар» на Кингс Роудс в Лондоне, для которого Мэри отшивает одежду в уличном стиле. В это время становится популярна идея феминизма, и пышные формы и сложный крой в одежде уходят в прошлое. На их место приходит мода на длинные худые ноги, и вслед за этим Мэри укорачивает юбку до предела. Наступает эпоха мини, и если раньше одежда делилась на кутюрную моду и уличную моду, то теперь эта грань становится очень размытой, и новая одежда доступна абсолютно всем, и женщины из высшего общества вынуждены идти на поводу у народной уличной моды. Еще через пару лет Мэри Куант придумывает образы Лолиты и школьницы. Она выпускает коллекцию вэтед, дождевики и обувь на небольшом каблуке. С ее подачи в моду входят короткие топы, разноцветные брюки обтягивающие и также туфли на плоской подошве, короткие стрижки и яркий макияж, который скрывает черты лица. Также она придумала интерьер для автомобиля «Мини», и с ее подачи появился хулиганский образ «Роллинг Стоунс», как антипод вычесанным и вылизанным «Битлз». В 1962 году она получила орден Британской империи за вклад в индустрию моды. В 1934 году, в самый разгар Великой депрессии, американский безработный Чарльз Бэрроу из города Германтаун попытается зарегистрировать игру под названием «Монополия». Компания, в которую он обратится, Parker Brothers, отклоняет эту просьбу с интересной формулировкой, которая называется «52 ошибки в дизайне». Но это не остановит безработного Чарльза. А на сегодняшний день продано около 500 000 копий этой игры, и она является одной из самых популярных настольных игр во всем мире. На сегодняшний день число играющих в «Монополию» перевалило за 500 000 000 человек. Это одна из самых продаваемых игр в истории человечества. «Монополия» продается в 80 странах и издается на 26 языках. Существует более 100 разновидностей «Монополии» – коллекционные, региональные, тематические, дорожные. Существует даже версия, предназначенная для игры под водой. Одну из версий придумали и разработали мы в линии групп. Наша «Монополия» полностью посвящена объектам, брендам, людям, шрифтам, появившимся в диапазоне с 30 по 35 год. И каждая ячейка игры – это кинофильм, картинка, музыкальное произведение, шрифт, появившийся в то время. Каждую ячейку отражает своя пиктограмма. И в эту игру действительно можно играть. Thank you.
знакомство с творчеством Аалто случилось в 2005 году на одном из финских хуторов, где я собирал клубнику. После рабочего дня за ужином я увидел блюдце или вазу, точно уже не помню, волнистая форма которой напоминала финское озеро. Я отчетливо помню свои ощущения. Меня впечатлила красота и одновременно простота этого предмета. Это была всего лишь утилитарная вещь, свойственная для обычных финских домов, но выполненная как произведение искусства. Именно это для меня характеризует суть творчества Аалто. Он создает массовый и доступный продукт, который еще и является предметом искусства. Особенно прослеживается в построенной им в 1935 году в библиотеке города Выборга, где функциональность прекрасно сочетается с природной красотой линий, с помощью которых он формирует уникальный образ этого здания. Лестница направляет читателя по нужному маршруту, а деревянный потолок создает потрясающую акустику концертного зала. Больше чем через 30 лет Дитер Рамс обозначит 10 правил хорошего дизайна. И здание Выборгской библиотеки идеально соответствует этим нормативам или рекомендациям. Она удобная и понятная для посетителей, эстетически приятная, ненавязчивая, продуманная и проработанная до мелочей. Будь то прямая подача книг из фонда хранилища или естественное освещение читального зала. Здание не конфликтует со средой и является экологически чистым. Оно до сих пор выглядит инновационным и честным примером работы дизайнера, проектировщика и архитектора. Мне и нам как студии очень близок скандинавский дизайн, органическая архитектура и тот комплексный подход, который использовал Аалто в своих работах. Видимо, это обусловлено тем, что почти все детские годы я провел на Белом море, на Соловецких островах, где природа и ландшафт очень похожи на Скандинавию. Я уверен, как и многие, что среда формирует человека, его образ мысли и сильно влияет на его повседневную деятельность. Впоследствии я для себя выделил три критерия, фильтры для нашей деятельности. Красота, глубина, уникальность. И опять же, всем трем понятиям творчество Аалто очень созвучно. Oh,
Вторая мировая война положила конец нескольким большим политическим проектам и одному большому архитектурному, этому раннемодернистскому. У меня в руках 10 швейцарских франков, а этот мужчина, приподнимающий очки, Ле Корбюзье. Весь мир очень сильно, ну, как бы шокированный трагедиями Второй мировой, очень сильно повернулся к человеку. И архитектура тоже очень существенно скорректировала свой вектор развития. И если в 20-е годы часто звучала, там, не знаю, технологическая и утопическая риторика, Ле Корбюзье от себя довоенного с домом как машина для жизни переключился все-таки на некий дом для человека и только для человека. Ле Корбюзье всю жизнь в своей работе формулировал всевозможные системы принципов и критериев. В 1945 году на корабле, идущем через Атлантику, он составляет цифровую шкалу будущего средства измерения. Шкала опирается на математику и строится по принципу человеческого масштаба. На другой стороне банкноты силуэт человека с высоко поднятой над головой рукой. Это модулор. Высота модулора 2 метра 26 сантиметров. Этой величине соответствует прямоугольник, составленный из двух равных квадратов со сторонами 1 метр 13 сантиметров. Вписанная в прямоугольник фигура человека разделит верхний квадрат еще на две части. Потом он начинает постепенно разбивать полученные отрезки при помощи золотого сечения, чисел Фибоначчи. И модулор во многом является такой идеальной системой коллажем. Он собирает такую синтетическую гармоническую шкалу из всех придуманных к тому моменту гармонических систем в мире. Каждой высотной отметке Корбюзье присваивает некоторые функциональные возможности. На там, высоте 40 сантиметров находится поверхность для сидения на стуле, на высоте 70 – стол, на высоте 86 – столешница кухни, на высоте там, 113 находится стойка бара, ну и так далее. То есть вся вертикальная бронеразвертка стены и архитектурного разреза каким-то образом гармонизируется. Но он использовал эти размеры гораздо более широко. Человек для Корбюзье находится в центре каждого его проекта, как метафорически, так и буквально. Он начинает с человека, с его размеров и с тех каких-то конвенций и ритуалов, которые человек осуществляет в пространстве. И то, что мы видим снаружи, является некоторым таким пузырем, раздутым вот этими внутренними функциями. Городское пространство, здание, машина, мебель, дверная ручка, книга, телефон – это продолжение жестов человека. Поэтому они должны быть антропоцентричны. Год 1953. 1 декабря выходит первый выпуск журнала Playboy. На обложке Мерлин Монро. Америка переживает важный момент. Из темных семейных спален секс вырвался на свободу и оказался в каждом киоске. Это ученик Фрейда, Эрнест Дихтер. В 1937 году он бежал из Вены от нацистов и очутился в США. Все, что было у него в багажнике – знание о том, как работают человеческие мозги. И именно
этого хотели две отрасли – реклама и дизайн. Технологичность предметов всем надоела. Технологичность – это война, вчерашний день. Конечно, люди хотели другого. Они хотели сказку. Сон – лучше эротически. Для начала диктор открыл глаза рекламщикам на аутоэротические ассоциации. Мыло перестало быть символом чистоты, а стало символом заботы о себе, желания ласкать себя. Продажи мыла взлетели, это была золотая жила, но диктор даже не думал кончать. Сигарета – это не сигарета, а сосок гигантской груди мира, а губная помада. Ее смысл можно объяснить на трех правилах вещей от Эрнеста Диктора. Первое. Отныне у каждой вещи есть имидж. Натуральными губами целых детей, а накрашенными – мужа или любовника. Второе. Вещь – это зеркало личности. Чем ярче ваша помада, тем более страстная его любовница. Третье. Вещь покупает оно, то есть бессознательно. Поэтому возьмите помаду, которая не стирается, и целуйтесь. Нестираемая помада фаллической формы попадает в косметички всех дам благодаря первым машинам массового производства. Помада светится на лицах звезд Голливуда, и Марлен Дитрих на съемках страха сцен Хичкока отказывается сниматься без нее. «Нет Диор, нет Дитрих», — сказала она. Секс стал растекаться по штатам, печатные издания стали откровенней. Женщинам искусство любви объясняли в «Космополитен», мужчинам в «Плейбой». А в топе продаж лидировал двухтомник Кинси «Половое поведение самца и самки человека», который объяснял американцам весь спектр сексуальности. Все это и была тайная секс-революция за десятилетие до знаменитого лета любви. Секс помог восстановить экономику после войны, но какой ценой? Диктор создал огромную машину потребления, построенную целиком на сексе. Нам кажется, что так было всегда, но это ложь. Диктор сделал так, что секс продает, и продает хорошо. А Хью Хефнер начал продавать секс буквально по низкой цене. Рекламные стандарты тел мужчин и женщин – вот что мы впитали с молоком. Как и то, что цель женщины – возбуждать, а цель мужчины – возбуждаться. Эта машина потребления работает до сих пор, и теперь она захватила весь мир. Не пришло ли время для новой революции? Зачем читать мужской журнал, если ты всего лишь голосовой помощник? Um zu helfen, muss ich wissen, was die Leute mögen. Ладно, дай тоже взглянуть. Schau mal, ich habe den Urgroßvater unseres Domes gefunden. Лучше расскажи, что было дальше, начиная с 1955-го. 1955, das ist kein Schaltjahr. Зануда, спутник 1. Инженер, конструктор Сергей Павлович Королёв. Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick. Эй, это фильм, не по правилам. Im Film kommt Besteck von Arne Jacobsen vor. Сумка Chanel 2,55 от Coco Chanel. Und was ist das Besondere daran? Coco придумала сумку с ручкой через плечо. Как можно этого не знать? Ich bin zwar ein Junge. Двухэтажный автобус Рутмастер. Der DSW-Stuhl von Ray und Charles Eames. Шрифт и гельветика и универс. Dieter Rams und sein Braun T3. Warum sagst du nichts? Ищу про него информацию в Яндексе. Ich schicke dir gleich ein Foto. Какой трон слишком простой? Damit hat sich von seinen Mitstreitern abgehoben. Schau, die anderen Empfangsgeräte waren aus Holz. Можно быть не деревянным и притом не скучным. Смотри, какой интересный Citroën DS. Das sind mir zu auffällige Formen. Das T3 des Mann gar nichts und jedes Detail ist funktional. Das ist nichts überflüssig. Мне скучно жить в мире, где все незаметно и функционально. Возможно, Рамс полагал, что существует идеальная форма для объектов, определенный платоновский идеал. Это исключает мысль о том, что дизайн, помимо функциональности, также является социальным и культурным опытом. Светильник «Артишок», который я недавно нашла в сети, возможно, не соответствует 10 правилам хорошего дизайна, но кто скажет, что его дизайн хуже идеального? Ага, du hast also die 10 Thesen von Rams gelesen. Ты их еще заповедями назови.
nach diesen Geboten entwerfen übrigens viele Designer eines halben Jahrhunderts ihre Produkte. Wenn ich sitzen könnte, würde ich mich für einen Stuhl von Konstantin Gritschitsch entscheiden. А мне нравятся британцы. Например, Сэм Хёкт или Джаспер Моррисон. Кто еще? Джонатан Айв цитирует Ерна Рамс. Дизайн muss wie ein guter englischer Butler sein. Zu Diensten, wenn man es braucht und im Hintergrund, wenn es nicht benötigt wird. Und immer monochrom. Darüber werden die Jungs von White Russian Studio noch mehr berichten. Давай еще про Рамса. Что он еще интересного сделал? О, hier hast du eine Kurzbiografie von Rams und eine Aufzählung seiner Werke. Ладно, почитаю на досуге. Вот так всегда. Ладно, добавлю пока в закладке Рамс, Браун, Дитри, 1958 год. Гельветика не нуждается в представлении. Больше полувека этот шрифт входит в топ самых используемых шрифтов без осечек. Гельветика отличалась от шрифтов того времени и стала в своем роде революционной. Своим появлением она представила чистую форму дизайна. Она стала основой для большинства известных нам сегодня шрифтов информационного стиля. Так, гельветика вдохновила шрифты Apple и Google, а в своих логотипах ее используют BMW, General Motors, Intel, Samsung и Toyota. Иван Чермаев. Американец русского происхождения, ставший мировой легендой дизайна. Вместе с партнером Гейсмером Чермаев создал студию, которая до сих пор остается одной из самых сильных на рынке визуальной идентики. Их логотипы простые, ясные и универсальные. Нестареющая классика. Самое точное определение. Сам Иван говорил, обычно уходит месяц-два, чтобы прийти к нужному решению и варианту логотипа, но это должно выглядеть так, как будто на это ушло всего 5 минут. До сих пор по Нью-Йорку невозможно пройти, не натолкнувшись на логотип, созданный Чермаевым. Porsche 911 – знаковый объект для дизайна 60-х. Автомобиль стал коллективным творением главных действующих лиц компании. Идея – Ферри Porsche, дизайн – Фердинанд Porsche. Над инженерной разработкой кузова и шасси работал Эрвин Команда. Первые эскизы появились в 1959 году. Это был двухдверный автомобиль с практически полным отсутствием горизонтальных плоскостей. Покатый капот, круглые фары и не спадающая до бампера задняя часть. Успех модели был такой, что индекс 911 стал своего рода именем собственным для разных поколений одного автомобиля. Еще одна легенда из 60-х – Вернер Пантон и его стул Пантон Чэр. Первый стул совершенно нового дизайна, без ножек и состоящий полностью из пластика. Пантон Чэр стал отражением того времени. Это дизайн-революция, отказ от традиций и идея тотальных перемен. Пластик — это рок-н-ролл, с ним можно сделать все, что захочешь. Это дух 60-х. Дух оптимизма, начало нового мира после войны, обещание праздника. Праздника жизни и доступной мебели. И последнее, что важно знать о дизайне первой половины 60-х – манифест ответственного дизайна. 1964 году Кен Гарланд и еще 20 дизайнеров, фотографов и студентов написали манифест «First Things First».
Впервые представители индустрии заявили о том, сколько производится пустой и тривиальной рекламы. О том, что крик о продажах превратился в неразборчивый шум. Манифест не выступал за отмену рекламы, но предлагал сместить приоритет в сторону более полезных и долгосрочных форм коммуникации. First Things First стал знаковым и был напечатан во всех главных медиа Великобритании. Ровно 50 лет назад, 1968 год, студенческие бунты в Париже. Эти события можно символически считать началом нового понимания университета, сообщества интеллектуалов, объединенных номинальной идентичностью. Теперь это больше не возвышающаяся в каком-то важном месте вселенной пирамидальная цитадель, а россыпь камней или зерен, или живая динамическая грибница, ризома, прорастающая сквозь любые границы и занимающая всю доступную территорию. Встаньте, походите по аудитории просто хаотично, ладно? Пожалуйста. Ну там что-то. Все там встаньте за компьютер, потому что вы студенты Сорбонны. Май 68-го года, Париж, Сорбоннский университет. Мишель Фуко, Жиль Делёс. Вы можете рассечь ризому надвое, перессорив интеллектуалов между собой, но это не уничтожит сообщество, а лишь повысит его структурную сложность и усилит динамику отношений внутри системы. В том же 68-м году итальянская компания «Дзанотти» выпускает кресло-мешок «Сакко», изобретенное Пьеро Гатти, Чезаро Паолини и Франко Теодоро, представителями движения антидизайна. Это просто мешок, наполненный пластиковыми зернами. Кресло, совершенно лишенное кресельности, как субстанциональной характеристики, но принимающее форму тела человека, который в него усаживается, то есть демонстрирующее безупречную кресельную акциденцию. Это дизайн без предмета, дизайн не вещи, а поведение, не существительного, а глагола. Сейчас мы называем это UX-дизайном, дизайном пользовательского опыта. Итак, кресло-мешок, в котором нет никаких признаков кресельности, кроме главного. Оно безупречно реализует сценарий усаживания и сидения. Сообщество носителей знания, более напоминающее мешок с зерном, чем готовое к жатве растения. Культура, которая больше похожа на покрывающую ствол мирового древа плесень, чем на само мировое древо. Первым о ризоме, как о типе структурной организации культуры, заговорил французский философ Жиль Делёс. В 1968 году была опубликована его диссертация «Различия и повторения», а позже, пожалуй, главная его работа «Анти-Эдип», написанная в соавторстве с Феликсом Гваттари. Делёс поддерживал бунтующих студентов, известную фотографию с Фуко и Сартром на фоне баррикад. Он автор множества философских концептов, которые превосходно описывают то, что происходит в культуре вообще, и в дизайне в частности, сейчас, через 50 лет. Жить продуктом, дышать продуктом, продуктовое мышление. Только сейчас становится понятно, что продукт, о котором теперь с таким жарким придыханием говорят соответствующие дизайнеры, это и есть почти ровно то, что в анти-Эдипе Делёс и Гваттари называют машина желания. Машина желания срабатывает в человеке, вовлекая его в поток циркуляции производимого ею вожделения, как некоего жидкообразного субстрата. И это у нас сейчас называется консистентной продуктовой системой. Продукт плюс контекст его потребления. А схема такой циркуляции у нас теперь, например, называют картой потребительского опыта, или CJM. C'est tout à fait autre chose.
Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. А вот, например, делезовский концепт «тело без органов», то есть желающий субъект, органикой которого можно пренебречь, это же тот самый идеальный представитель целевой аудитории, которого мы моделируем в рамках метода персонажей. Короче, все сходится. А теперь все расходятся. Международным новостям. В Токио, Япония. Свой первый юбилей празднует башня Накагин. 13-этажное здание, построенное в стиле метаболизм архитектором Кисё Куракавой, за последний год действительно стало символом технических амбиций страны. Подробнее об этом феномене наш репортер из Токио. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здание фактически состоит из двух взаимосвязанных бетонных башен 11 и 13 этажей, в которых расположены 140 сборных модулей или капсул. Каждый из модулей является автономной единицей, офисом или квартирой. Капсулы могут быть объединены в целях создания большего пространства. Это были все новости на этот час. Спасибо и до свидания. Нам страшно повезло. Появился гениальный человек на нашем пути, который занимался собственными проблемами живописи. И его живопись была основана на знаке, который он называл иература. Потому что вот все древние времена, когда мы начали ваять фирменные стили и знаки под руководством Шварцмана, нас было очень много. Его мастерская была одновременно для него его полигоном. Европейцы, они тяготели к рациональному. А Шварцман занимался таким особого рода дизайном такой, даже каким-то... Потому что весь основной дизайн он называл сухим заученным дизайном. Они считали нас такими немножко как бы в стороне. Но мы и были в стороне на самом деле. Это были шварцманские знаки, но выполненные группой. На самом деле это какая-то была такая одна из первых
дизайн-студии все-таки? Наши присутственные дни, они были насыщены разговорами о искусстве, о культуре. У нас было принято так. Приносил огромное количество эскизов знака. И все смотрели. То есть мы все делали, у нас были свои заказы, но обсуждения все были очень коллективные. Они там в своей группе каждую линию тянули, там по две недели только одну линию доводили. Он этим всем рулит как-то все это. Чулочная фабрика, там валяльная фабрика. Если бы эти все фабрики не обанкротились, советские, то эти знаки бы сейчас сияли на зданиях Москвы. И для того, чтобы нас воодушевить, он написал манифест. Мы порываем с сухим заученным дизайном, геометрическими комбинациями, нивелирующими свое обычное, неповторимое индивидуальное. Порываем с иллюстративной ложнозначительностью, с назойливой тематичностью, несвойственной структуре знака. Мы новыми трансформациями спонтанно воплощаем извечную мечту о магическом знаке, напряженно ищем полноты означенности, высокой знаковой независимости, благого молчания и эротического тавра. Как это он в советское время просуществовал, я даже удивляюсь. Мне повезло рассказать вам сегодня о периоде 75-80-х годов. Это был один из интереснейших периодов в истории, не только в графическом дизайне. Серебряный век рока, начало диска, десятки великих обложек пластинок, фильм «Стена» Pink Floyd, выпуск спортивных седанов космического дизайна, рекламный бум в коммерческом дизайне, очередной виток редизайнов известнейших брендов, революция фотонабора, становящегося главной технологией эпохи, появление на свет десятка известнейших и поныне дизайн-студий. Свой рассказ я начну с конца, с объяснения, почему, собственно, я решил рассказать вам о Гербе Любалине. Все просто. Я не могу оставаться равнодушным к тому, что делает сейчас в Нью-Йорке Александр Тычеловский, куратор архива Герба Любалина, преподаватель Академии Cooper Union, соорганизатор ежегодной типографической конференции Typographics. В начале этого года, к столетней годовщине со дня рождения Герба Любалина, Саша запустил невероятной красоты проект «100 дней Герба Любалина» и каждый день публикует небольшие истории, отдельные проекты великого дизайнера. Но давайте кратко вспомним, за что имя Герба Любалина вписано в историю не только графического дизайна США, но и всего мира. Герб Любалина, родившийся 17 марта 1918 года, имевший по матери и отцу русские корни и всю жизнь проживший в Нью-Йорке, появляется на сцене дизайна в 40-е, становясь арт-директором сначала в Rice Advertising, а затем в знаковой компании Sadler & Hennessy Incorporated, в которой он в последующем становится полноправным именным партнером. Герб этого периода – мастер рекламы и логотипов. Его работы резонансны. Практически сразу он знаменитость, и за каждым его визуальным высказыванием пристально следит профессиональная индустрия. В 1964 году Любалин открывает свою собственную студию, в которой и через которую проходят несколько знаковых дизайнеров того времени. Эрни Смит, Том Карнези, Роджер Ферритер, Алан Пеколик, Луис Фили. Секрет успеха Герба – виртуозное владение типографикой и формой буквы. Однако сам термин «типографика» в понимании Герба – это совершенно не то же самое, что для всех остальных. Аарон Бернс называл это термином «типографикс». И тут мы вспоминаем название конференции в Cooper Union. Превращение вещей с типографикой в незабываемые объекты. Типографически ориентированные логотипы становятся фирменным почерком герба. Логотип журнала «Авангард», логотип «Mother and Child», «Families». Я всегда показывал своим студентам эти логотипы как пример совершенства в айдентике. Ту грань, когда логотип уже рассказывает историю, уже наделен смыслом, но еще не иллюстративен и не литературен. Типографический импресарио нашего времени. Слова еще одного знакового дизайнера того времени Лу Дорсмана. Гарольд Хайс патетично выразил общую точку зрения. Герб Любалин – это американская школа графического экспрессионизма.
Следующая важная графа творчества Герба Любалина – журнальный дизайн. В 1962 году Ральф Гинзбург запускает журнал «Эрос», в котором Герб занимает позицию арт-директора. Журнал существует недолго, всего выходят 4 номера, о которых гудит весь Нью-Йорк. Гинзбург попадает в тюрьму за распространение порнографии. Следующий проект Гинзбурга спустя 2 года – журнал «Факт», посвященный политической сатире. Просуществует он чуть дольше, 3 года, и снова будет закрыт по решению суда. Нам же останется в наследство совершенно уникальный макет и концепт обложек. Конечно же, типографических. Ведь арт-директор журнала снова Герб Любалин. И, наконец, важный для моего рассказа и будущего творчества Герба журнал «Авангард», запущенный в 1968 году, из логотипа которого начинается новый этап в жизни Герба Любалина. Появление вслед за дизайнером логотипов и журнальным арт-директором Герба Любалина, дизайнера шрифта. Вслед за логотипом Герб с помощью Тома Корнези рисует шрифт, ставший впоследствии культовым шрифтом 80-х – «Авангард Готик». Стилистика буквально взрывает весь мир. Удивительная логика лигатур и их переплетений выстреливает повальным бумом и модой. Уже в 1970-м Герб Любалин с двумя партнерами основывает International Typeface Corporation, легендарную ITC, чью аббревиатуру мы до сих пор можем встретить в шрифтах на своих компьютерах. ITC – одна из первых фаундрий, не имеющих предыстории из эпохи металлического набора и фокусирующаяся на фотонаборе и компьютерных шрифтах. И, конечно же, один из главных шрифтов стартовой коллекции – это «Авангард Готик». Герб увлекается шрифтовым дизайном, вскоре появляются шрифты «Ронда» 70-й, «Любалин Граф» 74-й, «Сериф Готик» 74-й. Следующим шагом новой компании ITC становится запуск своего собственного журнала. U&LC становится чуть ли не первым в истории журналом шрифтовых дизайнеров, говорящих о типографике и графическом дизайне. Герб с головой уходит в журнальную деятельность. Журнал рекламирует коллекцию шрифтов ITC, и для оформления требуются все таланты Герба. В этом проекте он и главный редактор, и арт-директор, а порой и шрифтовой дизайнер. Собственно, к этому журналу я и хотел привлечь ваше внимание своим рассказом. Отчасти предвестник известнейшего журнала следующей эпохи «Эмигре», U&LC со своими порой невероятными тиражами под 200 тысяч экземпляров сильно повлиял на развитие графического дизайна и шрифтовой бизнес последующих эпох. Логотипы Герба Любалина, «Авангард Готик», журналы, ITC, U&LC – это лишь часть наследия Герба Любалина, навсегда изменившего графический дизайн и сделавшего так много для развития типографики и шрифтового дизайна. В июне 1982 года на экраны выходит фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». 2019 год, Лос-Анджелес, человечество разделено на классы людей и репликантов, андроидов, которые специально созданы для тяжелых и опасных работ. В центре сюжета детектив Рик Деккард, работа которого заключается в том, чтобы отлавливать и убивать репликантов, которые не согласны быть рабами. «Бегущий по лезвию» — первый фантастический фильм, который в полной мере смог визуализировать литературный жанр киберпанк. В основе этого жанра — конфликт живого и синтетического. Проблема слияния человека и машины. Действие происходит в мрачном, дистопическом будущем человечества, где правят мегакорпорации, а общество погрязло в пороках и бедности. Технологии позволили людям не только совершенствовать собственные тела при помощи электронных имплантантов, но и создавать андроидов, неотличимых от реального человека. Перенаселенные мегаполисы, контраст грязных трущоб и ярких голографических вывесок, виртуальная реальность, роботы и технологически улучшенные люди – все это составляет визуальную эстетику киберпанка. Как правило, можно проследить одну закономерность – нелинейность развития технологий. Например, дизайн интерфейсов и бытовой техники практически ничем не отличается от реального дизайна тех времен.
Различные имплантанты и боевая техника скакнули в своем развитии на несколько десятилетий вперед. Впоследствии киберпанк стал модным направлением не только в кино и аниме, но и в видеоиграх. Это привело к устоявшейся визуальной стилистике в иллюстрациях и графическом дизайне. Типографика, стилизованная под неоновые вывески или техногенные начертания, азиатская письменность, нуарные мотивы. Несмотря на то, что в начале 80-х годов работало много людей, оказавших влияние на развитие дизайна, в этот период появился гораздо более значимый персонаж для каждого из нас – персональный компьютер. Американский журнал Time, уже более 90 лет вручающий премию «Человек года», в 1982 году отдал ее персональному компьютеру. Начиная с 1981 года, корпорации начали выпускать первое подобие PC, однако по праву первым полноценным персональным компьютером можно назвать Macintosh от Apple. Первый Mac был выпущен 24 января 1984 года. Hello, I'm Macintosh. Рекламный ролик к выходу компьютера на рынок снял Ридли Скотт. Ролик был снят по мотивам антиутопического романа Джорджа Оруэлла 1984, и Ридли Скотт отлично справился с задачей, показав атмосферу антиутопии и борьбы. Отличительная черта Mac – это первый персональный компьютер, использующий графический интерфейс, вместо стандартного на тот момент интерфейса командной строки. Но графический интерфейс был разработан до этого. Графический интерфейс – это разновидность пользовательских интерфейсов, в которых значки, кнопки и списки выполнены в виде графических элементов. В отличие от интерфейса командной строки, в графическом интерфейсе пользователь имеет произвольный доступ с помощью клавиатуры, мыши или джойстика ко всем видимым экранным объектам. Чаще всего элементы графического интерфейса реализованы в виде метафор и отображают их назначение и свойства, что облегчает понимание и освоение программ неподготовленными пользователями. Концепция графического интерфейса была разработана в начале 60-х годов Дугласом Энгельбартом, но массовое применение она получила только в начале 80-х. Компания Xerox выпускает первый компьютер Alta, а затем новую модель Alta Star. Параллельно Apple презентует публике свой первый компьютер Lisa с операционной системой System 1. У обоих компьютеров главная особенность – первый графический интерфейс. Однако для концепции поворотным моментом был 1984 год, когда Apple презентовал компьютер Macintosh 128K. Macintosh – the computer for the rest of us. Этот компьютер навсегда останется в истории благодаря своим инновациям в области взаимодействия компьютера и пользователя. В 1985 году Пол Рен, свои 70, находился в зените славы и был признан звездой дизайна. Ему суждено было стать одним из самых авторитетных представителей графического дизайна и оставить после себя огромное наследие образов и смыслов. За свою жизнь он создал порядка 70 логотипов, работал в рекламе и журналах, написал более двух десятков книг и эссе, которые без излишней зауми раскрывали важные аспекты жизни и работы графического дизайнера. Сочетание теоретической глубины и простого языка изложения подкупает читателей, и любую из его публикаций хочется разбирать на цитаты. Расцвет карьеры Ренда пришелся на 60-е и 70-е годы, когда он разработал ряд корпоративных стилей для известных во всем мире компаний – UPS, Westinghouse, ABC и English First. Многие из этих логотипов существуют до сих пор практически в неизменном виде. Знаменитый логотип IBM Ренд разрабатывал, корректировал и шлифовал на протяжении 30 лет, прежде чем смог пробить корпоративную стену огромной компании и реализовать задуманное. Ренд работал арт-директором журналов Esquire и будущего GQ. А еще он кардинально изменил подход к работе рекламных агентств. До него главным человеком в агентстве был копирайтер, который придумал длинный пространный текст и относил его дизайнеру, который был лишь руками в этом процессе. Ренд сломал эту систему, и после него главным в агентстве стал арт-директор, основной генератор смыслов, идей и эстетики. Ласло Махойнать, один из крупнейших представителей мирового авангарда 20 века и кумир Ренда в юности, так отзывался о дизайнере. Он идеалист и реалист, говорящий на языке поэта и бизнесмена. Он мыслит терминами функций и задач, открыт саморефлексии, а его фантазии безграничны. Ренд пропагандировал рационалистический подход к решению задач – максимум смысла, минимум декора. Этот подход стал ориентиром для многих поколений дизайнеров, и сейчас большинство фирменных стилей и логотипов разрабатываются с оглядкой на наследие Ренда. Неудивительно, что в 1985 году Стив Джобс, уволенный из Apple и основавший компанию Next, обратился именно к Ренду с логотипом для своего нового проекта. Перед началом работ
Стив хотел договориться, чтобы было сделано несколько вариантов на выбор, на что Рэнд ответил своей легендарной фразой. «Я решу вашу проблему, и вы заплатите мне. Вы можете использовать то, что я создам или нет, но больше вариантов не будет, а заплатите вы мне в любом случае». Джобс принял эти условия и заплатил Рэнду за фирменный стиль $100,000. Итак, новый проект получил лицо, и настало время завоевывать мир. Перед компанией Next стояла задача разработать новый, современный мощный компьютер для решения сложных технических задач, для которых настольные решения тех времен были непригодны. Внешний вид модели был создан Хартмутом Эслингером из компании Frog Design, который до этого также разрабатывал дизайн компьютеров Apple. Форма системного блока, по настоянию Джобса, была приближена к идеальному кубу, что нашло также отражение в логотипе. Первый компьютер Next был представлен в октябре 1988 года и стал одним из самых мощных настольных ПК своего времени. Модель не предназначалась для широкой продажи. При выпуске стоила $6,500 и изначально поставлялась в государственные и научные учреждения. Ведущие разработчики своего времени использовали Next для написания передовых программ. Тим Бернерс-Ли, создатель интернета, в 1991 году использовал Next для создания первого браузера и веб-сервера. В начале 90-х Джон Кармак использовал Next для создания культовых игр своего времени — Wolfenstein 3D и Doom. В итоге Apple купила Next в 1996 году почти за $500 миллиардов, вследствие чего наработки операционной системы Next Step легли в основу нынешней macOS. Наработки включали в себя теперь уже всем известный док, Finder и широкий набор шрифтов, заложив наследие во все компьютеры Apple, которыми мы пользуемся по сей день. В 1989 году на экраны в США выходит вторая часть приключенческой комедии Роберта Земекиса «Назад в будущее 2». В этот раз доктор Эммет Браун и его друг Марти Макфлай отправляются на Делориане в безумный 2015 год. Хотя будущее и показано в ироничной и гротескной манере, многие предсказания оттуда оказались пророческими, в том числе и в дизайне. Кроссовки Nike, сублимированная еда, ховерборды, мультизадачность людей, оплата по отпечатку пальцев. Машина времени тоже заслуживает внимания. В первой части трилогии Марти спрашивает: «Док, а почему ты выбрал Делориан?» «Путешествие во времени — дело серьезное, Марти. Так почему бы не делать это со стилем?» И доктор был чертовски прав. В создании автомобиля принимал участие венценосный Джорджетто Джуджаро, дизайнер из Итал Дизайн, который также разрабатывал ряд моделей Феррари, Бугатти и Ламборгини. И в дизайне чувствуется рука маэстро. Пневматические двери крылья, футуристичная оптика, спортивные черты и стремительный стальной кузов сделали это авто культовым. Концерн DMC выпустил всего 9000 моделей, которые стали весьма популярны среди ценителей не без помощи Роберта Земекиса и его трилогии о путешествиях во времени. Фильм стал пророческим, а образы главных героев, доктора и мальчика, легли в основу многих популярных фильмов и сериалов, в том числе культового современного мультсериала «Рик и Морти». Первая половина 90-х запомнилась технической революцией в процессе работы графических дизайнеров. 19 февраля 1990 года вышла первая версия программы Photoshop компании Adobe. Реализовывать задуманное стало проще, что вызвало новую волну графических произведений, на создание которых теперь уходило намного меньше времени и сил. Photoshop породил бум ретуширования фотографий и в каком-то смысле изменил реальность. Это повлияло на стандарты красоты, средства массовой информации, сфабриковать фотографии к новостям стало намного проще. И, конечно же, графический дизайн, процесс которого стал быстрее и разнообразнее за счет функций программы. Появилась волшебная для тех лет комбинация клавиш Command плюс Z, которая позволяла отменять любое действие и сделала всякую оплошность дизайнера совершенно безнаказанной. В 1991 году система всемирной паутины стала общедоступна в сети интернет, а первый в мире сайт появился онлайн 6 августа того же года. На нем описывалось, что такое паутина и как использовать браузер. В течение следующих 5 лет интернет достиг аудитории свыше 50 миллионов пользователей. К сравнению, радио и телевидению потребовалось гораздо больше времени для достижения такой популярности. С развитием интернета появилось отдельное и по-своему особенное направление графического дизайна — веб-дизайн, которое с приходом новых технологий эволюционировало во множество ответвлений. В 1992 году вышел первый номер музыкального журнала «Рейган»,
который обозревал сцену альтернативного рока. Его арт-директором был Дэвид Карсон, графический дизайнер, входивший в десятку лучших серферов на планете. Вся пятилетка была временем, когда стиль гранж вышел на пик своей популярности среди широкой аудитории. И если крестным отцом гранжа в музыке считается Курт Кобейн, то подобной фигурой в графическом дизайне является Дэвид Карсон. Очень смелый для тех лет подход к типографике и верстка текста без определенной модульной сетки позволяли именно содержанию каждый раз по-новому влиять на форму. Такая техника породила совершенно новый визуальный стиль, который вдохновил очень многих дизайнеров того времени. Дэвид пробыл арт-директором Рейгана с 1992 по 1995 год. И именно этот период можно считать началом его выдающейся карьеры. 1993 год. Стефан Загмайстер открывает собственную студию в Нью-Йорке и начинает свою независимую карьеру дизайнера, художника, режиссера и рассказчика. Аниматор и режиссер Майк Джадж выпускает один из самых противоречивых мультсериалов «Бивис и Батхед», который создал большой резонанс в обществе и получил статус культового. В 1994 году Эйке Кёниг открывает студию «Хорт» в Берлине, где трудится и вдохновляет молодежь по сегодняшний день. Появляется бренд Supreme, который очень сильно повлиял на индустрию уличной моды и дизайна. В основу логотипа легла плакатная типографика Барбары Крюгер и гарнитура шрифта «Футура», которая стала еще популярнее. Дизайне не больше интересного, чем в шахтерском деле. В грязи, в поту, в темноте, с отбойным молотком херачишь с утра до вечера породу скальную. Очень неблагодарное дело. Это абсолютно про дизайн. То есть это так же скучно, так же тяжело, так же уныло, так же неинтересно. Но можно к этому привлечь интерес. Дизайнер должен уметь, с одной стороны, быть циником таким, а с другой стороны, в этом нет ничего постыдного. Ты думаешь о продукте как о механизме. Если дизайнер из прошлого встретит дизайнера современного, он скажет, что он не дизайнер. Как ты видишь веб-дизайн, его основные принципы, если говорить об объекте, дате и персоналии, то кем они являются для тебя на этот период? В 95-м году появляется интернет в его браузерном воплощении. Появляются первые вот эти графические браузеры, которые были очень примитивные тогда. То есть это всегда серый фон, это картинка как событие, которое всегда прямоугольное, и черный текст, и синие ссылки, и, соответственно, сиреневые посещенные. Собственно, в этот момент у всех стартовый пистолет прозвучал одинаково. Это главное историческое событие. Это редкий момент, как если бы была колонизация новой планеты. И, соответственно, до примерно года 2000-го это был момент такого первичного накопления всех видов капиталов, какие только есть. Были какие-то очаги мейнстрима, понятно, американский очаг, там Азия сразу улетела в сторону, японскими сайтами до сих пор невозможно пользоваться. И на этом фоне мы вдруг стали делать из сайтов, схватили все, что мы знали про графический дизайн, схватили все, что мы знали про весь перфекционизм, про красивые картинки, иллюстрации, типографику и так далее, все это кинули в один котел. И это были сайты. То есть каждый сайт был неким произведением искусства, как будто вот у всех были просто книжки, напечатанные на желтой газетной бумаге, а мы делали книжки, где открываешь, и там встает такой замок, и оттуда вылетает дракон, течет река, там битва снизу происходит. Вот это были наши сайты. Тёма мне тогда сказал такую вещь, что мы, значит, первые, кто используют вообще резиновые сетки не только для сайтов, но и везде, даже на бумаге. Не знаю, что это значило, это меня тогда взорвало мозг. Самое интересное из технологических изобретений или идей, которая была в тот момент, это резиновые сайты. Весь мир жил по старым традициям. И все западные дизайнеры, когда появился интернет, они, собственно, со своим бэкграундом пришли в интернет и продолжили делать на экране то, что они делали всегда на бумаге. А я вырос на экране. Он живой, ты можешь увеличить шрифт, ты можешь поменять шрифт, ты можешь растянуть окно. Это все вещи, которые абсолютно другая материя. Я понял, что надо делать сайты, которые будут растягиваться. Кто-то еще рассказывал, что у Тёмы была такая метафора, что текст — это газ, который заполняет, значит, пространство веб-браузера. Хотя на самом деле, конечно же, текст — это не газ, это не сжимаемая жидкость, из-за чего как раз у резинового дизайна куча разных проблем. И вот растягивающиеся сайты, которые сейчас люди вдруг заново для себя открыли как адаптивные сайты, узнав, что это событие, они не знают, что мы это делали за 15 лет до них.
Потому что в мире начали делать адаптивные сайты только когда появился iPhone, когда разрыв между размерами экрана стал такой большой, что это стало сложно игнорировать. Потому что на столе стоит компьютер, десктоп с вот таким монитором, а в руке iPhone вот с таким монитором. И нужно что-то делать. А мы были к этому готовы всегда. Прошло, там, не знаю, 3-4 года. Всем стало ясно, что на телефонах тоже должны быть сайты. И все сайты опять стали резиновыми, по сути. Конечно, та эпоха фактически заложила то, что сейчас мы имеем. На фоне того, что есть сейчас, все, что было тогда, уже можно смело списать в утиль. И это интересно просто как, ну, маленький кусочек истории, в котором просто мы жили. Больше ничего в этом ценного нет. Интереснее всего жить сейчас. В 95-м году жить не так интересно. В каком-то смысле мне жалко. Я бы с удовольствием на фастфорварде свою жизнь бы так продвинул вперед, чтобы мои молодые годы пришлись бы скорее куда-то на сейчас. Или там на плюс 10 лет, когда будет самый мега-кайф, когда будут автономные машины, когда будут искусственные интеллекты, нейросети нормальные, которые соображают, когда половина профессий в мире станет не нужны, потому что просто их заменит компьютер безболезненно. Вот это самый интересный момент. А тот момент, который я застал, это такой, ну, я немножко поработал автором чугунных мостов и вот делал кружева из чугуна. Ну, то есть это может быть даже красиво, такая типа Эйфелева башня, но абсолютно непрактично и больше никому не нужно, и этот опыт нет смысла пытаться кому-то еще повторить. Возвращаясь к вопросу про коллективный разум или там личность Лебедева, не могло бы быть такого, чтобы один человек в одном лице мог бы, наверное, создать ну, прям целый пласт такой. Но там студия и Тёма конкретно, это были точки притяжения, благодаря которым, собственно, вот эти все дизайнеры разрозненные, которые, у которых это все бурлило, смогли собраться в одном месте и что-то сделать. То есть от дизайнера останется стержень, его эмпатия. Это то, что будет всегда важно и востребовано. То есть дизайнер в конечном итоге вернется к своей изначальной задаче проводника смыслов среди людей. Вот в этом его задача. А то, что он сегодня умеет это делать с помощью компьютера, считает, что компьютер — это два протеза, и мы, значит, на каких-то колодках перемещаемся, думая, что мы очень изящно ходим по земле, а на самом деле это вот все, что у нас есть, это какие-то чудовищные кандалы и очень неудобные позы. А нам нужно воспарить. Есть шанс, что технологии будущего дадут нашей душе гораздо больше возможностей быть окрыленным, чем то, что мы имеем сейчас. А тем более, чем то, что было в 95-м году. Как это часто бывает, год 2000 начался незадолго до его календарного начала, и в самом конце 99-го года... Уже немолодой на то время дизайнер и очень важный антиконсюмеристский проповедник Кейл Лассен приходит к своему другу Тибору Калману и показывает ему манифест, написанный в Лондоне в 65-м году, который называется «First Things First Manifesto» — «Первые вещи первыми», «Сначала главное». И говорит, знаешь, дружок, кажется, что нам пора его переиздать и переподписать, потому что время ровно такое же. Мы погрязли в коммерциализации. Удивительные навыки дизайнеров используются для того, чтобы рекламировать кошачьи туалеты. Манифест подписывает огромное количество уже суперзвезд дизайна на тот момент. Ирма Бум, Ян Ван Торн, Эрик Шпикерман, Милтон Глейзер. Тем самым заявляют, дорогие друзья, мы свернули куда-то не туда, нам хочется вернуть дизайн к разговору о серьезном и увести к разговору о коммерческом. Но логика пятилетки будет идти в абсолютно противоположную сторону. Пятилетка создает все возможности для того, чтобы дизайн стал настолько коммерческим, насколько не был никогда, кажется, за всю историю своего существования. И как будто, чтобы еще раз показать, что некоторое важное стилевое направление закончилось, в конце 99-го года закрывается журнал «Рейган», важнейший журнал с точки зрения графического дизайна, который делал Дэвид Карсон. И вместе с ним, кажется, уходит довольно сильно вся журнальная волна, которая связана с панком, гранжем, странными, ломанными страницами, разворотами. Потому что вся следующая пятилетка будет определена ясностью, попыткой интерфейсного решения задач и попыткой ясного донесения информации. Мне кажется, важнейшая цифра, которая объясняет все процессы внутри этой пятилетки, это количество общего трафика в месяц, который проходит сквозь интернет. Оно увеличится за это время почти в 30 раз и достигнет в 2005 году 2500 петабайт. И именно это даст возможность возникнуть тому феномену, который называется Web 2.0.
11 сентября 2001 года происходит страшная террористическая атака на башни-близнецы в Нью-Йорке. И волны ее расходятся так широко, что Милтон Глейзер, великий американский дизайнер, даже перерисовывает им же нарисованный иконический логотип Нью-Йорка «I Heart New York», который превращается в новый логотип «I Heart New York Even More» с подпаленным сердцем. И все же, мне кажется, что самое важное, что случилось в эту пятилетку, это возникновение соцсетей. Facebook, YouTube, LinkedIn, Flickr, MySpace. Все они возникнут ближе к концу этой пятилетки. И, возникнув и развившись, поменяют невероятным образом весь мир вокруг. И то, как мы коммуницируем, и то, как устроены дизайн-процессы, и то, на какое количество людей влияет дизайн, все это кардинальным образом поменяется. В этой же пятилетке инженеры Google впервые проводят АБ-тестирование. То есть принимают некоторые дизайн-решения с помощью статистики и цифр. И вообще кажется, что общее направление всего развития дизайна идет в сторону какой-то усиления рациональности. Интерфейсы становятся все проще, они становятся все важнее, а субъективное в дизайне становится все менее и менее важным. Но, конечно же, это только одно направление. И ярким примером другого подхода в дизайне является Стефан Загмайстер, который в противовес всему понятному и исчислимому делает все максимально странно и субъективно. Прославившись тем, что в 1999 году он вырезал на себе плакат к собственному выступлению, он и всю пятилетку делает максимально субъективные работы, а в конце, в 2005 году, получает Грэмми за лучшее оформление альбома Дэвида Бирна. Итак, казалось бы, за пятилетку произошло целая куча всяких разных событий. Соцсети запустились, количество трафика увеличилось, Загмайстер, он делает свои художества. Все происходит не только в Европе, где-нибудь в Азии Кенья Хара устраивает свои удивительные выставки. Но это все вот впрямую касается дизайна, как мы привыкли о нем говорить. А есть еще одна очень важная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. А оно связано с тем, что люди с приходом соцсетей, которые через совсем короткое время станут просто самой главной доминантной силой во всем мире, получили инструмент редактирования собственного образа. Впервые за долгое время этот инструмент фантастической силы. И это изменило очень сильно социальную ткань, и вдруг то, как мы дружим, и то, как мы общаемся, и то, как мы учимся, и то, как мы ищем работу, и то, как мы влюбляемся, все это вдруг довольно сильно перетряхнулось. И вот это изменение... Изменение не внешнего вида каких-то вещей, а изменение структурных, глобальных механизмов и потоков коммуникации, это и есть, как мне кажется, самый главный итог этой странной, полной всяких самых противоречивых вещей пятилетки. Всяких, так сказать, контекстов. Это просто фигня, которой наполнен оптовый рынок. Почему мы стесняемся назвать своими словами простую, так сказать, вот шкалу? Добро и зло. Чего-то какие-то начинаем пластические изыски там разбираться, как. Но это все равно, что упыря одеть в какие-то элегантные костюмчики и думать, что это прилично выглядит. Нет. В России особенно очень важно, что, а не как. Сложилось впечатление, что Чайка знает, да, это, ну, как бы, он говорит очень жестко, чему мы учим людей, там, студентов, да, вот, и мне становится страшно в этом смысле, потому что он это знает, и он становится таким диктатором. Я пытался делать как Чайка, когда учился, меня завораживали его работы, и я пытался повторять, когда он к нам приходил в ГД, у меня как-то получалось, но это были работы, ну, мертвые, скучные, мне не хватало навыков, и я хотел... стать настоящим дизайнером, потому что я считал, что я не настоящий. Это какая-то ошибка, на самом деле. То есть, ну, я просто ошибался. То есть мне казалось, что есть разница между там, Чайкой, да, и мной, большая, огромная. Вот. И как это расстояние убрать, я не знал. Но я подумал, надо пойти учиться, там, пускай меня там научат. Там плакатов было мало по отношению к другим работам. Работы было очень много, она была разнообразная. Я столько всего сделал за эти годы, ну, просто невероятно. Ну, то есть я был настолько работоспособен. При этом я туда пришел, и я сразу понял, что я не умею делать дизайн. И я помню вот этот момент, когда
Значит, я сидел, занимался там своей работой какой-то, своей задачей. И сидела Аня Наумова и Игорь Гурович. И им нужно было придумать плакат какой-то для дома. Придумать срочно, поэтому они решили делать вдвоем. И я сижу, значит, что там сделаю и слушаю, как бы, слушаю их разговор. То есть они сидели просто так и легко начинали, как бы, изобретать. Вот, при этом как будто бы они играли в пинг-понг. Вот, да. Игорь сказал слово, Аня поддержала, там, бросила туда, там, да, а вот если вот так и так далее, они выстраивают уже какие-то истории. Причем никто еще ничего не рисует, они просто разговаривают. На меня такая грусть напала. Я сидел, и я понимал, что ведь я это никогда не смогу. Вот я так и останусь и вот сидеть, вот, и что-то там, вот такое вот, какую-то там, какой-то буклетик буду верстать. И, в общем, они со мной поделились, конечно, вот этим своей сокровищницей, да, потому что без этого я бы, наверное, и не освоил ничего. Самое мое главное вообще достижение, да, там, за все это время, за те 5 лет, которые я там находился, я нашел некий свой голос, да, там, я понимал, что мне интересно, там, в какую сторону идти, как я вообще собираю дизайн, как я собираю плакат. Каждый раз, когда я делал плакат, у меня было такое непонятно, что каким образом к нему подойти. Я понял, что меня все больше интересовало создание ситуации, в которой рождается плакат. Это не касается ни содержания, ни формы, а ситуация. И это началось там уже с первого домового плаката «12 самураев». Я просто попросил 12 человек разных, и друзей своих, и сотрудников устной группы, всех. Неважно, там, ты умеешь рисовать, не умеешь рисовать, рисуйте, да, мне нужно вот 12 рисунков получить. И когда я их получил, я вдруг понял, что вот, вот это есть основа для того, чтобы я потом собрал лист. Почему мне стало неинтересно заниматься дизайном? Потому что я вдруг понял, что меня ограничивает. Как мне кажется, в дизайне в центре стоит либо задача, либо клиент. Когда я художник, то в центре стою я. Я попытался сначала придумать ситуацию, когда у меня нет от этого файла, я не получаю ничего, да. Объявлял, что за 1000 рублей я сделаю логотип, но вы не имеете права его не принять. Но и этого оказалось мне мало, в конце концов, да. И потом я уже понял, что те задачи, которые я ставлю, они не решаются внутри дизайна, поэтому придется мне из него по чуть-чуть выходить. С помощью дизайна я зарабатываю деньги, которые я пускаю на свои проекты. Если бы не было денег, я бы не смог заниматься тем, чем я занимаюсь. Я не самореализовываюсь в дизайне. То есть я перестал в дизайн помещать себя. Я помещаю в центр клиента. Самый хороший дизайн, когда ты не видишь его, тебе просто хорошо. Вот он настолько тебя обманывает, все эти твои рецепторы, настолько проникает в твой ум, ты даже не понимаешь, когда это произошло. Я вот хожу по торговым центрам просто так. В обе я просто хожу на работу, да. Я хожу, там, трогаю цветочки, там, не знаю, захожу в инструмент, ничего не покупаю, но мне просто замечательно там. Вот, это же тоже не просто так. Вот. Мы навели справки и внимательно изучили статью в Википедии. Скеоморфизм — это, грубо говоря, когда плоская кнопка на экране хочет казаться объемной, текстурной, с эффектами там, стекла, алюминия, тенюшками, какой-то физичностью. Все это выглядело красиво, особенно на там, современных дисплеях с высоким разрешением и хорошей цветопередачей. Воспринималось какой-то степенью уютности, наверное. Это многим нравилось, и в том числе нравилось Стиву Джобсу, поэтому Apple тоже долго не отказывался от такой тенденции. Допустим, хороший пример про компас, да, который там в шестой оси выглядел прям скеоморфичный, да, то есть это корпус из дерева, там стрелка алюминиевая, все прям настоящее и так далее, потому что ну, в тот момент очень, ну, Стив Джобс, например, казалось, что это очень важно, когда ты там, в диджитале, там, в приложении имеешь предмет, и когда ты имеешь с ним дело, ты очень четко ну, понимаешь, так как он за счет дизайна скеоморфичного, он имеет все эти элементы, ты чувствуешь, что это вот прям вот тот самый компас, который ты бы держал в руке. Уход от скеоморфизма дал возможность больше думать над самим предметом. Microsoft представила заходной экран с такими большими цветными квадратами и маленькими плоскими иконками. И всем казалось, что это что-то новое и крутое. В 2013 году, собственно, Apple
представила iOS 7 и положила конец эре скриморфизма. Джонатан Айв, который занимался промышленным дизайном, который сделал, ну, занимался исключительно промышленным дизайном, в начале своего пути он занимался там дизайном расчесок и сантехники, в середине своего пути он занимался дизайном, внешним видом продуктов компании Apple. И этот человек сделал, создал такую революцию в интерфейсе. Исчезают тени, уходят блики, становятся более чистые, яркие цвета, появляются более правильные формы его иконок, более тонкие шрифты, интерфейсом становится, ну, удобно пользоваться. Логично, что хочется отказаться от мусора, да, хочется как-то очистить среду вокруг себя. И, в принципе, как флэт-дизайн можно рассматривать как такой некий толчок, который сподвиг вообще дизайнеров задуматься о визуальном языке. В результате флэт-дизайн повлиял не только на интерфейсы, но и задал какую-то новую планку, новый мейнстрим для графики, для моушн-дизайна. Люди стали лучше понимать, что такое чистые однотонные фоны, почему можно обойтись без лишних деталей. Когда все схлопнется, и, видимо, снова начнется эра чего-то нового. Чего сложно предугадать, потому что в дизайне есть, конечно, некая цикличность, но мне почему-то кажется, что он никогда уже не вернется к сквеоморфизму в том виде, который он был. Возможно, это будет что-то переосмысленное, но, скорее всего, уже что-то другое, совсем новое. И это хорошо. Дизайнера больше нет как профессии, потому что мысль улетела. Направление движения технологий вместе с дизайном в будущее — это все всегда про ускорение, про оптимизацию, про упрощение, про экономию ресурсов, времени и так далее. Дизайнер в том виде, в котором его все понимают как профессию, как практику, мешает в этой скорости. Дизайнер действует слишком искусственно, то есть его продукты, они как бы заставляют людей, ну, по правилам действовать. В чем проблема слова «дизайнер»? Потому что как только ты говоришь «дизайн» или «дизайнер», ты сразу представляешь, что продукта у конечного, который делает дизайнер, у него будет дизайн, ты будешь на него смотреть и видеть этот дизайн. А это, ну, неправильно, не должно быть видно дизайна. Поэтому дизайнера нужно убрать. Если человек делает пакет, то это, не знаю, пакетчик, ну, шутка, но типа он делает пакет, и я должен, когда с ним разговариваю, говорить про пакет, а не про дизайн пакета. Потому что если это будет дизайнер пакета, мне сразу кажется, что это какой-то должен быть особенный пакет, ну, дизайнерский. Вообще дизайн делают теперь либо очевидный инженер, либо очевидный художник. Инженер-дизайнер, но его можно просто инженером называть. И главное, что он делает предметы, вещи, они работают, функциональные, полезные и так далее. Теперь художник-дизайнер, он может расслабиться и не пытаться решить задачу, типа вот надо, чтобы у нас точно все купили. Он может действовать более размашисто, типа увереннее и, короче, у него развязаны руки. Из такого отношения к дизайну, когда нужно все быстрее, честнее и конкретнее, как бы без каких-то тонких настроек, ну, возродилось такое течение, брутализм. Это про честность, про открытый материал, то есть ты видишь этот бетон, если это у тебя стена бетонная, про настоящие вещи. Брутализм, по идее, должен вообще убрать дизайн из процесса производства вообще всего. И если все начали так действовать, то просто не было бы никакого стиля, просто была бы такая сплошная логика, ну, появления предметов, как в природе, типа. Этот весь брутализм или реальный реализм, он зачистит просто, ну, он уберет как бы все эти детские дизайнерские болезни с предметов, и, ну, будет как бы обратная волна какого-нибудь постбрутализма, когда все начнут, ну, как-то типа все честно делать, но немножко посыпать. Вещь пятилетки, номинирует спиннер. Это карманный кинетический памятник современному человеку, метамодерну, брутализму, вообще всему подряд, ну, 2017 году, грубо говоря. Дурацкая вещь, которая показывает людей как существ, которые хотят просто веселиться, хоть она и была сделана инженером и как полезная вещь, но в итоге это глупая вещь, ее нужно просто крутить, и людей это устраивает, она им всем нужна. Дизайнер тут не участвовал, это просто подшипник, ну,
весом вокруг. А даже если участвовал, то все попытки дизайнеров сделать какой-то еще специальный спиннер, они все, ну, где их нет. Вот эта продиктованная физикой форма, она является классикой. Личность, я считаю, это вообще не человек, а, ну, назовем его бот. И туда же я сразу. Мессенджеры, чаты, вообще экран телефона, с которым ты взаимодействуешь. Ну, типа чаты, окей. Вот все это компьютеры, телефоны, интернет, все сервисы, боты, чат-боты, умные колонки, искусственный интеллект, нейросети. Все это все ближе подводит к появлению реально умного личного помощника, а вернее цифровой личности. Эта цифровая личность уволила много графических дизайнеров и наняла много дизайнеров-инженеров. Потому что все происходит либо в окне чата, либо в случае с голосом вообще нигде не происходит. То есть эти интерфейсы делают скорее сценаристы. Оказалось, что людям все равно на оформление рамочки, какие-то красивые шрифты, верстку. Люди готовы воспринимать очень сырую информацию, очень в плохом виде. Главное, что это быстро и понятно, живо. Все. Разница такая же, как вот у рукописного письма и чата. Да, прекрасные эти письма, все старинные там с языком и крутым, и красивым. Но типа это все длинно, долго. Это ты письмо, не знаю, наверное, писал просто 2 дня минимум, стараясь там, выдумывая. А в чате ты общаешься как в жизни, ты типа чирикаешь. Ну, вот так. И в этом смысл новой эстетики, которая в сторис процветает. Это живая речь. Это влияет на дизайн тем, что как бы падает планка требований у людей к гламурности подачи информации, то есть как бы к ее такой вот выверенности. И это хорошо, потому что так все быстрее происходит и честнее. В целом, наконец, люди признали дизайн без дизайна работающим. Профессия дизайнера постепенно умирает в плане названия. И если вы до сих пор называетесь дизайнером, перестаньте им называться, потому что вас могут заставить делать дизайн. Слушай, знаешь, я просто в какой-то момент подумал, что представь, что это огромный проектный офис. То есть этот проектный офис очень-очень большой, и он распространен как в пространстве, так и во времени. То ты можешь обращаться к этим людям, ты можешь сказать, можно я у тебя возьму вот эти формы, можно я у тебя подсмотрю композицию, он не будет против. Когда ты понимаешь, что это не портрет на стене или не памятник в парке этому человеку, а ты понимаешь, что это вот он настоящий и живой, ты можешь с ним взаимодействовать. И ты говоришь, слушай, у меня не получается, пойду-ка я в Пушкинский или в гараж. Лучше и там, и там. И возьму у тебя. Ведь ты это просто оставил, чтобы мы этим пользовались. На самом деле там множество вопросов. В первую очередь они касаются личности. Они касаются того, как мы мыслим, какие у нас ценности, во что мы верим. И только потом это касается дизайна. Потому что остается только техника, только технология, матчасть. Но все самое ключевое, то, что и работает, то, что и считывается, то, что и продается, оно непосредственно связано с нами самими, с нами как с личностью. Сбиты главные ориентиры. Сбиты тем, что нет нормального разобрания. Правильно. Но и ценности, которые сейчас становятся популярными, они захватывают очень много умов. Очень быстро. О чем, значит, речь? Очень хочется делать чистенькие, опрятные, аккуратные вещи, не несущие ничего внутри. Весь Behance полон этим. 90% это вещи, не состоявшиеся, на мой взгляд. Почему? Потому что в них нету главного – жизни. Это должно быть усвоено навсегда. Это задание пожизненное – не делать то, что ты не любишь делать. И этот регресс личностный и профессиональный, вот он здесь и начинается. Запрещено делать безжизненные вещи. Запрещено. Они только вредят всем. Мы
наполняем всем этим визуальное пространство и наши ориентиры, а что происходит? А происходят только тренды. Весь этот мейнстрим. Мы не понимаем, а где реально настоящее? А настоящее, оно мерится просто другими категориями. Деятельность связана с этикой и культурой, действительно, крайне ответственная. Она низводится до реплицирования, до просто повторения бездумного не самых первоклассных образцов. Потому что до первоклассных нужно докопаться, их нужно найти. А то, что на поверхности, то, что как бы создает конверсию гигантскую, оно не первоклассное, оно не может им быть. Нету потребности стать частью. Есть потребность быть как бы успешным специалистом, но никак ни с кем, никаким образом не пересекаясь, не деля ни радость совместного проектирования, ни радость узнавания, кто был, а кто решал какие-то подобные задачи раньше. То есть это вот как бы обособленность, она ведь на всех уровнях существует. То есть такое беспамятство, понимаешь? Поэтому вот эта как бы самость, она, ну, лезет из всего. Потому что проще. А почему проще? Потому что комфортнее. Комфортнее не знать. Комфортно просто пользоваться макосом. Вот. И теми алгоритмами, которые предлагают нам скетчи от ДОК. Все. И на этом как бы дизайн и понимание как бы дизайна, понимание роли в профессии, социальной ответственности, они заканчиваются. То есть их вообще нету, этих вопросов. Вообще очень важное качество – пытливость. Нужно испытывать себя, нужно испытывать технологию, понятно, но испытывать, главное – это себя. Я корявое костное бревно, ничего не чувствую. Почему?
пожалуйста. Вот как. Я не понимаю. Пластик это рок-н-ролл. Ладно, давай. Сейчас я уже не могу теперь не смеяться. Это сложнее, чем бояться. Не знаю. Просто что-то. Что-то крутое. Чтобы ты не потерял лица. Все-таки он японский все эти вот там техникой обвешаетесь, а потом такие, VHS плагин вот такой, на приложение, а там так полосочки вот такие. Плохо работаю с текстами. Профессии больше нет. Она человек поделилась на профессию, как ежедневных на практику инженера и художника, как какое-то. Нужно очень-очень-очень хорошо отдать отчет, что пока мы мало что в целом из себя представляем.